Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Мы рады, что вы к нам пришли в гости в студию. И как раз еще рады, что вы сами согласились участвовать в этом исследовании глубоко психологическом, которое затрагивает нас всех троих в одинаковой степени. Меня, Сергея Игоревича, и вас, Наталья. Очень рады. Итак, Сергей, я еще, да, несколько слов Юлиане на ее вопрос. Я хочу сказать, что вознесенный владыка Махатма Мори сказал: ученики, если вы ученики на духовном пути, то не мечтайте ни о какой совместимости. К вам будут приходить люди, с которыми у вас будут трения, и вы должны раз и навсегда принять для себя такую ситуацию. Да. Если вам встречается человек, и у вас с ним совместные отношения, сердечные, но несовместимые типы, все равно вам рекомендуется с ним отношения продолжать. Ну, теперь, Сергей, какие бы мы вопросы... Во-первых, я хотела бы Наталью спросить. Вы к нам пришли в гости на эфир, вы хотели бы что узнать от вот этой нашей встречи? Ну, для себя я хотела бы узнать, вот я сейчас полностью решила сменить род своей деятельности. То есть у меня сейчас совершенно другие увлечения. Первоначально по образованию я технарь, причем у меня специальность — ракетные двигатели, летательные аппараты, это такая сугубо мужская. В какой-то период времени мне было интересно это. Сейчас я как будто бы вот прожила вот этот момент, когда мне интересно заниматься бизнесом, такие, в общем, где есть соперничество, конкуренция. Мне стало это неинтересно. Я начала заниматься практиками. Но нет уверенности, мое ли это. Смогу ли я там реализоваться, проявить себя, быть интересной людям? Вот такой вопрос.